18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, попросил Дональд Трамп у Конгресса. Деньги должны выделить на протяжении 10 лет, но это далеко не все расходы. Планируется также, что на дополнительные дороги, пограничные технологии, а также обучение персонала уйдет еще как минимум 15 миллиардов. Строительные работы планируют завершить до 2027 года. Напомню, еще во время предвыборной кампании Трамп грозился отгородиться от Мексики стеной, дабы уменьшить поток мигрантов. Уже после победы на выборах он заявил, что стену возведут за деньги налогоплательщиков США, а потом якобы Мексика все возместит.